друзья и подписчики моего канала. Совсем скоро 31 декабря. 31 декабря это конец старого года, и 1 января это уже начало нового года. Что это значит? Это значит, что 31 декабря в 12 часов ночи мы будем праздновать Новый год, водить хороводы вокруг елок, радоваться празднику, открывать подарки, которые нам дарят близкие, родственники, друзья. Многие со мной согласятся, что Новый год это в первую очередь праздник для самых маленьких, для тех, кто еще верит в новогоднее чудо. Именно в то, что в 12 часов ночи Дедушка Мороз приходит к ним домой с подарками и ложит их в 12 часов ночи под новогоднюю елку. И для тех, кто 1 января с самого утра первым делом, после того, как проснулся, бежит к елке, заглядывает под нее и достает именно тот подарок, который он хотел весь год и который наконец-то он получил. И в этом видео я хотел бы показать вам лайфхак, который больше всего нацелен на самых маленьких, которые опять-таки верят в чудо и которых еще можно чем-то удивить. Все вы наверняка помните еще, что такое диафильмы. Когда вы доставали 31 декабря еще до 12 часов ночи проектор, включали его и вставляли вот эти вот картиночки с разными там, будь то сказки, будь то новогодние какие-то опять-таки чудеса, и в маленьком возрасте сидели и с предвкушением Нового года смотрели диафильмы и пили горячий шоколад. В наше время очень трудно достать проектор диафильмов, либо же это практически невозможно, и поэтому сегодня я бы хотел показать вам, как можно самому сделать проектор диафильмов и показать вашему ребенку сказку. Итак, приступим. Все, что нам будет для этого необходимо, это одноразовый стаканчик, и желательно, чтобы он был вот такой вот картонный. Фломастер, канцелярский ножик, пищевая пленка и фонарик. Фонарика под рукой я не нашел, и поэтому у меня сегодня роль фонарика будет выполнять мой смартфон. Итак, приступим. Убираем на пока что лишние вещи в сторону. Так, итак. Что нам будет необходимо сделать? В картонном стаканчике надо вырезать днище, и для этого нам нужен канцелярский нож. Так. Лайфхак очень простой, и его можно сделать очень-очень быстро, но он, я уверен, доставит удовольствие вашему ребенку и еще больше заставит его поверить в чудеса новогодние. Так, вырезаем аккуратно, чтобы не повредить сам стаканчик. Все, есть, готово. Убираем пока что его в сторону, потому что он пока что нам уже не надо. Хотя нет, стаканчик как раз нам сейчас и понадобится. Вот он, все готовый, с прорезанным днищем. Ставим его сюда. Теперь берем пищевую пленку. Раскрываем. И вот так вот налаживаем на стаканчик. Лишнее можно отрезать, чтобы нам не мешало. Так. Все, убрали лишнее. И вот что у нас получилось. Теперь нам будет необходим фломастер.
Можно взять черный, можно взять красный, можно взять зеленый, любого цвета. Я пока что нашел у себя черный фломастер, но сейчас я посмотрю, может, у меня еще есть фломастер другого цвета, так что сейчас через минутку вернусь. К сожалению, фломастера другого цвета у меня не оказалось, но опять-таки вы можете использовать фломастер любого цвета, я же буду использовать пока фломастер черного цвета. И что мы с ним делаем? Мы сейчас берем и на пищевой пленке рисуем, к примеру, снеговика. Сейчас попробую изобразить снеговика. Маленький шарик. Точнее, это большой шарик. Поменьше. И голова. Два глаза. Нос. Я, к сожалению, давно не рисовал снеговиков. И вот что у меня получилось. Надеюсь, вы не скажете, что я плохой художник. И тут, если не ошибаюсь, у снеговика должен быть, точнее, горшок. Ну, у меня вот так вот получилось. И здесь морковка. Но для морковки у меня нету места. А, да, кстати, еще здесь метла, если я не ошибаюсь. Вот так вот получилось. Вот такой вот снеговик у меня получился. Так, и теперь что нам надо? Теперь нам нужна белая стенка. И обязательно надо погасить весь свет. Вот нашел я у себя белую стенку. Правда, есть немного света от подсветки, но, надеюсь, не слишком нам это помешает. И что мы теперь делаем? Просто берем фонарик, либо же наш смартфон с фонариком. Вот он. И светим именно сюда. И что у нас получается? Смотрите. Вот такой вот снеговичок на стене. Сейчас сделаем по-другому. Вот так вот. Вот снеговик, который я нарисовал. Вот он проецируется на стену. Таким образом вы можете проецировать любой рисунок, который вы нарисовали. И даже можете сделать подборку из нескольких рисунков, чтобы получился некий мультик. И я уверен, что ваш ребенок, который еще верит в чудеса новогодние, будет очень и очень рад такому лайфхаку. Будет считать, что это чудо новогоднее. Вот, и вы сможете перед Новым годом, перед 12 часами с ним посидеть и показать ему вот такой вот мультик, если же вы его нарисуете. Либо же картинку, которую вы изобразите. Надеюсь, данный лайфхак поможет еще больше вашему ребенку поверить в чудеса и еще больше заставит его ждать новогоднего чуда. Спасибо за просмотр данного ролика. Ставь лайки под видео. Если же вы еще не подписаны, самое время подписаться на мой канал, написать комментарии. Напишите мне также комментарии, действительно ли такой лайфхак покажется вам полезным и действительно ли он сможет помочь вашему ребенку поверить еще больше в чудеса, в новогодние чудеса. Пока-пока и всех с наступающим Новым годом!